Нет, тут уже все. Тут нереально. Не помогут блокировки. Не хватит клиренса. Пытаются раскатывать. Спасает то, что шины не злые. Да, раскатывает, красавчик. Блокировки сила, конечно. Это какая-то фантастика просто. Как он это сделал, непонятно. Это реальный внедорожник. Так, я внутри болида. Ох, блин. Андрюха сомневался, что на танковой будет весело или что? Это оффроуд, а то в прошлый раз ездили по асфальту непонятно где. Так, плавнее, ты что, береги машину, я тебя прошу. Я выключил подъезжину, она нам здесь не нужна. А, и что, ты просто на первой едешь сейчас? Да. Не настолько жесткий. Так, мы внутри легендарного болида. И вот он, Макс, все впереди. Сейчас настигнем. Гранд Чероки не выдержал троих, да? Не, одного точнее. Одного Леню. Блин, а можешь опустить мне левый стеклоподъемник? Можно снять полностью. Думаешь? В банке холодно просто. Да ладно, поехали потом. Могу я назад сесть? Пусть прогреется. Да не, нормально, поехали. Включи пониженную, не мучай животинку. Что, раздатка нормально работает? Я ее постоянно пододвигаю. Хотел заднюю? Да. По привычке. Вторая пониженная, видишь? И третья пониженная. Третья пониженная, видишь? 69-й все-таки правильно спроектирован в плане понижения хорошее, да? 13-й чистый. Четко подобранный. А у вас уже доработали, вроде типа мощнее мотор, но... Лучше понижение оставили, как здесь, да? Да, здесь 2,8, а в УАЗе 1,9. Ну да, как раз этих 1,5 единицы и не хватает. Так. Тут район стрельбища, как обычно, что-то здесь всегда происходит. Что мы тут последний раз газик чинили, помнишь? Да. А потом кипел тут патрол, блин, вас не было, да? Да. Патрол здесь кипел. Ох, блин. Давай, давай, давай. Газуй, Сережа. Сережа, стой, слушай меня. Убери подсос. Да полностью, не газуй. И полный газ нажми, да. Нет, ну, так подсос. Ля-ля-ля-ля. Давай, поехали. Давай. Поехали. Так, тут запуск. Давай. Не, залило, может просто нажать и полный подержать. Сейчас. Если залило, то... Сейчас.
потоке. Чих-пых и едет. Так, часть машин сбоку. Где? Дверь открылась, как у него. Это нормально. Это ж тебе не американский УАЗик, это наш. Ты дверь даже не закрываешь? Это для незапланированной эвакуации. А, ну правильно, да, что было готово. Думала, Руслан заберет тяги. Так, поехали. Блин, а за что тут держаться? Что такое? Ну лучше мотор работает, да? Да, мощнее намного чувствую. Да? Тут влево может. Смотри, там очень глубоко он. Да, тут получше видно. Едет УАЗик, ты посмотри. Как непонятно, да? Полный сток. Близнец едет рядом, вон. Его близнец, брат двоюродный. Не родной, в смысле. Даже тенты почти похожи. Кто-то колею такую нарезал посередине. Саня. Слепой? Да. И что, она едет? А, она правой стороной цепляется, да, получается? Подсохло серьезно тут. Смотри, у вас идет по боку. Ну подожди, пусть он пройдет. А у тебя трех же коробка, как и была, да? Да. О, ушел. Не выдержал напора. Да не, ну тут дальше реально. Реально жестко. За счет вояк и больших этих колес клиренс, конечно, мало где может повиснуть после кого-то. Ух ты! Что там такое? Смотри, сзади никого? Не. Чуть не проехал, да? Сейчас УАЗик обычно едет, если два человека выходит. Помогу я. А это он выехал в деревьях? Там объездик был, мы когда-то тоже его объезжали. Столкнули. Шок. Как он едет? У Макса нижние педали, все в оригинале. У вас пошел. На холостых мне нравится, как четко работает. Зарядочку ты купил, да? Саня купил. Колее проедешь, я думаю. Думаю, шрус сломался у меня все-таки. Так а что не крутится на две полуоси? Может, два шруса. Две не крутится, подожди. Глухой был такой.
Ну, если бы планетарка, оно бы сейчас хрустело, понимаешь? Не-не, не планетарка. Да планетарка там негде было, что ж там. Ну там, да, усилие смешное было, да. Именно на диагоналке один шрус нагрузили, понял, получился. А оно ж заблокировано жестко у меня, ну, на пониженной блокировка по умолчанию. Попробуй через лево. Под берегом. А дальше? И в Леню упремся. А там вправо можно перед Крисом уйти. Ну, понял траекторию? Раз. Давай я с улицы сниму. И легче будет на 100 килограмм. Выходи. Пошло Рубилово. Это то место, где залупазлик сломался. Газончик рулит вообще просто. Такая мягкая почва, проваливаешься на ногах даже. Да, Криса патрол Андрюха доделал. О, привет, турист! О, привет! Красивых фоток, пока стоят в разгарях все. Стою, делаю. Какой-то мусор опять вывезли, выбросили. Так, там слепой. А, вот, все, давай. Годится, да. Сейчас остановимся. А, тут лебедкой тащут. Так поляки и воруют наш лес. Да? Андрей, уезжай! Андрей! Стой! Уезжай! Завалено тут. Бревно лежало. А чем вы тащили? Может, колеса сдвинешь его. А, Саня тащил. Да не, назад можно сдать еще. А у нас, да где, дай нахуй стропу. Мы тут застропимся. И сейчас 4 мужика вот по сухому вытянем ее, она сухая. Сейчас ребята, говорит, стропой руками оттащим просто, чтобы удобно взяться. Тут и волки бегали, или собаки. Вот такая, видите, подсохшая, но покажу. Смотрите, проваливается. Сейчас там Андрюха патриотом подтянет, оттянут полностью. Давай! Все, пошел, Андрюха! Патриот может. Хорош! Давай! Я? Не-не, я с тобой. Куда я тебя оставлю в лесу одного? Так я не подхожу к тебе, я на расстоянии. Так, фотосессию провели, слепой будет пробовать ехать. Ну, не знаю, сейчас мы посмотрим, чем эта езда тут закончится. Сейчас посмотрим. Очень жесткие места. Шишига за счет блокировок. Саня спустился. Едет. Тут уже все. Тут уже все.
Андрюха вынырнул вот отсюда из леса, ну, тут нереально. Не помогут блокировки. Не хватит клиренса. Пытается раскатывать. Смотри, может и выйдет. Спасает то, что шины не злые. Да, раскатывает, красавчик. Блокировки сила, конечно. Какая-то фантастика просто. Как он это сделал, непонятно. Очень круто. Реальный внедорожник, что тут скажешь. Нет, ну там он сел. Так, дальше Валера по краю, аккуратно. Ну там просто клиренса уже не хватило. Тут очень жестко. Или мягко, наоборот. Так, Лёня. Лёня валит. Сейчас Андрюху подлебедится. Ну, американский автопром огородами. Правда, сегодня не на тех шинах. Да, да, просто клиренса не хватило. Так, Андрюха чуть-чуть присел, но едет. Так, дальше. Очкова. И остальные. Смотри, этот самый. Жульничает, едет не там. Да, да, это аферист. Это не джипер, а аферист. Подойди вот там, встань, чтобы он не смог объехать. Так он же задавит меня нафиг. Он говорит, встань там. Да. Так, УАЗик в стоке. Ох, исполняют, конечно, ребятки. Обычные мосты, обычный УАЗ. А он едет просто. Андрюха выехал. Там хорошо как. Лёня проскочил. Андрюха нет. Так, тут Макс у нас. Ну, у него же машина серьезная. Глянь, как под фотосессию вроде. Перестроился, а это он к Яне приехал.
Да. Мы опять в легенде автопрома. Вот тут сложно, я тебе скажу. Вот тут Андрюха где-то сидел, не хватило клиренса. У нас колеса больше, мосты меньше. Луковица. Сам редуктор. Вот где самая жесть. Вот тут на середине. Это, наверное, то место, где залупазлик сломался, да, где-то рядом. Да, вон тот выезд. Да, это он? Что-то как-то мы какой-то странный маршрут правее надо было идти или нет? Или рано еще? Рано. А, вот это же выезд, да. Да, да, это что-то пацаны уже смотрят. Справа от Андрюхи попробуем. Гидроусилителя не хватает, конечно, да? О, Саня сзади на врангере. Едет за нами? Ты наговаривал. А я наговаривал, что он очканул. Опа, а вот и американский автопром не выдержал. Что, не выдержал? Да, дорога закончилась, да, там? Дорога закончилась, пришлось ехать за нами. О, Саня, привет! Здорово! Такая... Где туристы? Разбежались, ребята? Земля потрескалась. Волки, говорю, видишь следы? Да, вижу. Вон воют. Зовут меня... Так, Андрюха. По-серьезному пошел тут. Карпатского кордона не будет, можно смело кататься, уже не бояться. Не успеешь починиться. Да, тут самая жесть. Даже сложно сказать, кто тут сможет посередине проехать, где Андрюха встрял. Опять надо лебедиться. Вперед-назад, вперед-назад. Выскочить ступенька не дает уже. Жесть. Там долин нормально, да? Вообще бомба. Нет, дерево слабое. Крис, ниже! Вниз опусти! Следующие участники. Идет на лебедочке, но все равно видите, как сложно. Есть. Все.
задней блокировки нету. Так, сзади УАЗик вернулся. Ну, там патрол против 69-го. Макс спокойно едет. Патрол шустрее. Так, и УАЗик теперь стоковый. Уже звуки начались. Так, ну и Америкос, лидер. Дорога закончилась, и Саня поехал с нами. Так, Макс. Да, понижение хорошее, плюс вояки. Так. Дедушка идет на помощь, называется видео. Ну, спас дедушка. Дедушка 62-го вот впереди. Ему надо сейчас поберечься в эти дни. Вот, Руслан, видишь, наглядное пособие, как тут все старше. Подожди, подожди. Не отвлекай. Тихо, тихо, не отвлекай меня. Ты сказал, мы бы засняли, я продали. Я досняла. Ну, все нормально. Хорошо, хоть нормально привязал, да? Да, да. Ты опытный. Да, да. Не, ну это не серьезно, пацаны. Вернись, перезаезд. Понаставляю 35-е Сильвера и объезжают бездорожье. Ну ладно, Саня на АТ-шке. Почти не испачкался, кстати. Еще все впереди у него. Да, деревья что-то попадали, непонятно. Вроде не было каких-то... Хотя ветер был сильный. Да, так идешь по лесу. Весна, красота. Забываешь об этом всем происходящем. Об этой жести, которая еще пока полностью не началась, но она уже есть. Ну, у нас, я имею в виду. В Европе полная все-таки. Так, ну. Классный день, я так и думал, что так и будет.
Видите, даже подсохшая танковая, где хочешь, не поедешь. Потому что жестко. Не, давай, пока можем. Пока еду на ступеньке. Тут ступенька маленькая. У Андрюхи на Патриоте. Блин, ну как мотор работает, мне нравится. Еще 10 V60 залить. А кто там сзади, кто-то еще был? Ну, тут вроде нормальная дорога. Едет он, не видно тебе? Да, да. У Макса зеркало такое. Есть. Кстати, как раз зеркало на величину стекла. Да? Четко попадает? Четко, да. А это типа оригинал? Или да. Непонятно полностью? Ну, да. Посмотри, третья пониженная. Третья пониженная, да? Да. Третья. Точно третья, да? А, первая же на себя и третья на себя. Что-то тут подо мной шкребет, а, что-то. Кордон, наверное, попал. Какая-то палочка, наверное. Вторая. Так, у вас едет за нами. Да, эта часть попроще всегда. Хотя смотри, тут когда было мокро, было вообще тоже ярко, да, наверное? Ну сейчас мы там встанем. Ну вон уже железка уже видна. Я уже забыл, когда давненько доезжал я сюда, да. Что-то последнее время как-то не получалось, не помню. То времени не хватало, день заканчивался, то машина ломалась. Да, что-то попало под машиной. Так, а печка родная это что вообще? Да. Да? Да. Цветочек оригинальный, да, у дедушки другой у моего был. У него коралл такой был, где-то эта ручка, не знаю, где она, где-то у меня вроде была. Да. На шестерке. Смотри, как они стоят, как по карантину. Между машинами, видишь, расстояние держат? Видишь? Мы сегодня очень не соблюдаем. Да, да, да. Да, тут дует, слышишь, сбоку? Ну, да. Ну, нам дуло сильнее в прошлый раз, да, когда мы ехали? О, тепло включил. Макс включил печку. Алёха не приехал сегодня, что-то видно. Так, там чинят железную дорогу люди. Там смазка есть в них? Если смазку набил, оно не включит, ну, не довключает его. Поцарапал колеса, и у него клинит. На вывороте клинит. А, на вывороте клинит? Тут белоцерковские шины обычные. Даже не УАЗовские, это меньше, даже размер 235. Да, такой антивирусный слесарь такой. Пытается меня колеса проверить. У всех подтягивают, колеса ходят. Что, откручено? Не, у кого не откручено, откручивают. Да, я так понимаю, ты всех в равные условия хочешь. Да, да, Саня, я бы на твоем месте отъехал бы. Будь с ним его сейчас, пока сидит. Крис, ты что, колесо под... Я не знаю. Знает короткий путь. А, он и срезать решил? Ничего себе. Срезал. Вот это хитро. Хитро. Это хитрый ход.